Я смело могу отнести себя к той части планеты Земля, которая является поклонником этого вида спорта. Я сам играю, неплохо играю, дружу с футболистами, разбираюсь в футболе и рад тому, что и принимал участие в агитации проведения чемпионата мира в нашей стране. Вот, так что я рад, что это событие будет. Я уверен, что эта цифра изменится ближе к чемпионату, потому что ажиотаж будет. Почему у нас не интересуется футболом большая часть страны? Ну, наверное, все-таки это причина, прежде всего, внутреннего чемпионата, который в большей степени расстраивает и вызывает у тебя некую форму садомазохизма, когда ты веришь, но в конце расстраиваешься и мучаешься от собственной веры. Вот. Я был в Барселоне и видел, как Барселона вся живет футболом, потому что гордится своей командой, любит своих ведущих игроков. И вчерашняя игра с Ливерпулем это в очередной раз доказала, насколько сильный класс у команды. Вот. Так что изменения могут произойти только благодаря появлению хорошей игры во внутреннем чемпионате. Если российская сборная будет себя проявлять хорошо, хотя бы даже в групповом этапе, то это очень сильно сплотит нашу страну. Я прекрасно помню, когда мы играли на Евро, и Аршавин забивал, и моя мама, взрослый человек, не интересующийся футболом, с флагом России бегала по всему двору цирка и радовалась. Я видел, как она, не знающая, кто забивает голы, но гордилась в это время нашей страной. Вот, так что посмотрим, как будет.